Так, ну раз в прошлом видео мы не успели с вами покрасить, будем здесь. Давайте сделаем сейчас без всякой развертки, потому что, допустим, для новичков пока это сложновато. Я имею в виду себе. Так, нет, в этом плане я уже соображаю кое-что. Итак, мы сейчас с вами возьмем, скажем, вот новый. И скажем, что базовый колор у нас будет какой-то вот такой синий, допустим, да, вот такой, немножко потемнее, может быть, вот такой, так, вот мы такой собрали, назовем его синий, конечно, синий, так, выделяем теперь. Есть наш объект. Не, ну сначала мы можем. Давайте смотреть. Вот он у нас синий, да? Хорошо. Теперь мы выделяем с прозрачностью, выделяем вот это все. Да? Давайте мы перейдем в эти. Вот так. Выделим. Выделим, что у нас будет желтое. У нас желтое будет окончание наших перьев. И вот тут. Да, вот так. И теперь скажем, ну тут мы можем сижу сделать. Все, он у нас закрепился. Теперь берем новый материал. Так, раз. Называем его. А, давайте по-немецки называть. Гельб. Сразу выучить. И я беру желтый. Такой, чтобы он. Ну, не сильно желтый, не сильно. Вот такой. Такой мне нравится. Я говорю, применить. Есть. А далее выберем вот это. Все. Тут выберем. Только вот это нам не надо. Это вот лишнее все. Ох, как мы выбрали красиво. Так, давайте мы так не будем делать. Давайте мы сделаем вот так. Вот так аккуратнее все. Так. Но здесь надо было выключить, конечно. Иначе вот так и получилось. Так, еще раз. Вот это выбираем. Вот так. Да? А теперь выключаем штуку и вот тут выбираем. Говорим новый. Говорим, что действительно новый. И это оранж. Так, делаем оранжевый. Ну, такой где-то оранжевый, говорим, применить. Применили. То же самое этот оранжевый можем применить вот тут. Для этого на пропеллер надо выбрать. Вот так, выбрали пропеллер. Заходим в Edit, выбираем вот это и вот это. И говорим, что у нас уже есть такой цвет. Где он там? Оранжевый. И все. Ну, было только вот это покрасить. Вот это.
все. И нам вначале надо черным все покрасить. Может быть, сначала надо черным покрасить. Так, давайте выберем это все. Так. И создадим новый цвет. Создадим новый, скажем, это черный. Black. Такой блэк мы сейчас забабахаем. Вот оно. Блэк. Так. Кстати, блэком может относиться и вот это. Но сейчас выберем теперь вот этот. Этот. Так, он-то у нас два разных объекта. Мне придется и там порисовать. Да, елки? Там и там привести цвет новый. Оранжевый. Два. И делаем оранжевый. Вот такой. Ну, какая-то она такая. Давайте сделаем более красную такую. Все применили. Теперь нам надо пойти еще объект вот, вот сюда. И тут тоже так, гитмод. Выберем вот эту часть. Лишнее убираем. А тут применим тоже черный, скажем, новый. Так как две разные. Если у нас было одно, не надо было мне вращать, другое дело. Но эта штука должна вращаться. Поэтому мы тоже скажем, что нам материал black. Тоже black 2. И идем материал black. И говорим тут вот так, ребята, нам надо закрасить это. Ну, не стало. А я забыл сказать. Приказ ей дать на запад. Вот так. Так. И вот сейчас скажем. Стижем. Все. Мы получили с вами прекрасный самолетик, только слишком голубой, на мой взгляд. Можем его чуть затемнить. Сразу видно. Все, ты так и знаю. Вот такой мне больше нравится. Ну и все, ребята, вот у нас самолет готовый. В следующем видео. Подождите, самолет готовый. Здесь у нас еще желтые должны быть, ребята. Я забыл совсем, извините. Вот эти части у пропеллеров. Они, как всегда, немножко выделяется, чтобы сказать от винта. А он видел, что это от винта. Иначе под винт и попадет. Так. И тут тоже нам придется сделать, наверное, желтый. Еще один. Так. Новый. Гель-2. Гель-2. Все. Ну теперь-то уже точно все. Все. Готовый самолет еще. Хоть летай, хоть чего делай с ним. Тут я ее пропустил. Вот если вы пропустили эту ерунду, допустим, да? Вы возвращаетесь в Edit Mode, выделяете свой самолет, идете в Edit Mode, выделяете вот это. И говорите, вот ваш гель, говорите, если же. Все. Больше нет косяков.
красота. Единственное, что вот я вижу косячок. Здесь мы сейчас сделаем следующее. А, так. Только он с пропеллерной. Зачем вам дюза здесь, правильно? F. Вот и все. Все. Прям хочется полетать. Туда. Всю жизнь мечтал. Так. Вот так сделаем. Все, сколько потратили? 10 минут. Аккурат. Останавливаем.